Всем привет! Очередное приобретение со страхового аукциона — это 2013 год Mazda CX-5. Автомобиль у нас будет в дальнейшем разбираться по запчастям и высылаться из США. Хочу показать все его дефекты, протестировать. Работа двигателя у этого автомобиля отличная, это 2.0. Двигатель работает классно, без всяких проблем. Все жидкости в норме, все в отличном состоянии. Автомобиль в основном у нас имеет боковые удары. По передней части капот у автомобиля целый. Бампер имеет дефекты. Фары, смотрю, тоже у нас целые. Сам бампер целый, вот он соскочил с креплений. Вот весь основной удар пришелся в бок. Получается, в пассажирскую дверь, в сторону вот всю эту, вот так вот протянуло. Передний диск, стойка получается, стоит вроде ровно. Резина хорошая. Вот так вот загнуло все в этой части. Крыло, дверь, передняя и задняя, это все повреждено. По задней части, с пассажирской стороны, задняя подвеска целая, колесо стоит отлично. Крышка багажника у автомобиля тоже полностью целая. Смотрю, какие-то проблемки есть с глушителем. Слетел с креплений. В общем, не страшно. С водительской стороны уже по подвеске имеются проблемы с задней части. Как мы видим, колесо стоит неровно, криво. Видимо, какие-то повредились рычаги от удара. Но двери у автомобиля с водительской стороны полностью все целые. Имеется проблемка с водительской передней части, получается. Диск вот так вот выломало. Вот резина тоже спущенная. И уже по стойке будут проблемы, потому что стоит неровно сама вот эта вся часть. Давайте-ка заглянем вовнутрь. Внутри у нас, конечно, вот так вот все взорвано. Аэрбэк в руле. В крыше, как мы видим, повредило полностью крышу. Безопасность, получается, сработала в крыше и в руле, и ремни безопасности, получается, они тоже уже сработали. Так, что у нас по пробегу? На автомобиле 137 тысяч. Двигатель работает отлично, кондиционер тоже тут рабочий, значит, все радиаторы целые. Вот, и панель сама тоже уцелела, она не сработала, полностью целый дашборд. Вот такая вот Mazda была приобретена на страховом аукционе для дальнейшего разбора по запчастям. Ну, на этом все, друзья, всем пока, до новых встреч.